Нейрохирурги Алматы стали оперировать пациентов с детским церебральным параличом. Говоря простым языком, врачи снимают спазмы мышц ног, что при правильном дальнейшем лечении позволит ребенку самостоятельно ходить. Уникальные для Казахстана операции проводит хирург Чингиз Шашкин. Он несколько лет практикует подобные вмешательства в столичных и региональных клиниках. О достижениях отечественной медицины расскажет участник проекта «100 новых лиц». Вот уже больше 15 лет врач Чингиз Шашкин изучает двигательные расстройства. Опытный специалист говорит, что за последнее время в Казахстане неврологи и нейрохирурги добились хороших результатов. Совсем недавно они провели несколько удачных операций, которые позволили людям, страдающим болезнью Паркинсона, избавиться от дрожи. А детям с ДЦП подарили шанс встать на ноги. Также мы занимаемся лечением спастических состояний. Вот недавно мы продвинулись в Алмате, впервые провели первые операции по селективной резотомии для пациентов, детей с болезнью ДЦП, со спастикой. Эта операция, нейрохирургическая операция, позволяет очень хорошо их потом реабилитировать и поднимать на ноги даже. К Чингизу Шашкину чаще обращаются люди с болезнью Паркинсона. В стране около 25 тысяч пациентов с таким диагнозом. Врач уверяет, что своевременное выявление симптомов болезни позволяет добиваться больших успехов. А правильное лечение с физическими нагрузками, медикаментами, а в некоторых случаях и хирургическое вмешательство может качественно изменить жизнь пациента. Также функциональная нейрохирургия очень сильно продвинулась в хирургическом лечении эпилепсии. Это одно из направлений, которое нужно развивать в Казахстане, и оно будет развиваться и уже развивается благодаря наличию и достаточного оборудования, достаточного специалистов. Развитие диагностического оборудования очень важно здесь. И все это развивается. Своими достижениями в медицине казахстанские врачи охотно делятся с коллегами из стран СНГ. Они проводят в Алматы совместные операции и профилактические осмотры. Подобное сотрудничество, считает участник проекта «100 новых лиц» Чингиз Шашкин, помогает находить новые методики лечения сложных заболеваний. Анастасия Валикжанина, Мухит Кудыкбаев, Алматы, Хабар 24.